have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, продолжаем Странный Запад. Посмотрим, что у нас тут по заданиям. 12 часов мне... 13 часов мне не нравится. А, погоди, это это идти туда 13 часов. Я думал, это 13 часов до того, чтобы поймать. Я просто неправильно понял в прошлый раз. Угу. Преступник, банда ночных охотников. Ну, давайте. Заберем все, посмотрим, что мы с этого можем получить. Разыскивается. Мне оно как-то на карте обозначится, где искать этих... да. Даже всех троих. Получается. Сюда пойти. Шесть дней. Осталось 6 дней до выполнения. 6 дней до выполнения. 6 дней до выполнения. Поймайте или убейте цель. Интересно, сколько сюда дней идти? И какие будут штрафы, если не соглашусь? Говорят, что в этом руднике самый суровый бригадир на всем Западе. Давайте я пойду все-таки сюда сначала. Блин, оно так разбросано. Я сюда пойду. Поймайте или убейте цель. Дороти Виллоболас. Виллолобос. Усадьба. Вульфхаунд. Ну а... Ну хорошо, но мне сюда. А, я понял. Мне... Что-то я протупил. Мне же на границу города нужно выйти, чтобы... Ну-ка. Стой. Подлечились кактусами. Вот и граница города. Новые. Туда идти 13 часов. Туда идти день и 12 часов. Это на все про все мне останется. То есть сюда день, полтора дня. Сюда полтора дня. Это 3 дня. F5. По идее, должен успеть. По идее. Ну, кто ж его знает. Поехали, посмотрим. Лошадь так... Иди ты. Ведьма на перекрестке. Сторона женщин ждет вас у дороги. Как будто она заранее знала, что вы придете. Окей. Это интересно. Это вот реально рандомные встречи звучат интересно. Меня так просто не проигнорировать. Я мог тебя просто проигнорировать, если что. У тебя пустой сундук, иди нафиг. Так, хорошо. Приветствую, вы Джейн Белл, верно? Ну, только посмотрите на себя. Пушки по бокам, шляпа здоровенная. Весьма внушительно. Ну, промолчать. О, сильная женщина, которая не треплет языком попусту. Восхитительно. Но не могу не отметить, что выглядите вы обеспокоенной. Может, вы что-то потеряли? Помолчать? Стесняетесь? Слушайте, я же знаю, точнее, кого вы ищете. Своего пропавшего мужа. Вероятно, для вас это настоящая трагедия. Кстати, раз уж мы о трагедиях человеческой жизни, мне интересно, что побуждает вас действовать. Давайте представим... Представьте, вы стоите лицом к лицу с женщиной, которая причинила вам боль. Не просто боль, а настоящее увечье, которое разрушило всю вашу жизнь до основания. Вы искали ее много дней, недель и даже месяцев. И вот, наконец, нашли. Можете... Наконец нашли и можете, наконец, ей отомстить. Кто это переводил, пожалуйста? Ладно. Но внезапно узнаете, что на самом деле у нее была крайне веская причина так с вами поступить. Вы и сами не отличаетесь добротой, вы были жестоки. Честно говоря, вы вполне заслуживаете того, что она с вами сделала. И тут мне вспоминаются переломанные пальцы в тюрьме. Я совсем не добрый человек. Ух, так вот, вопрос. Эта женщина сломала вам жизнь. А я сломал чуваку 3 пальца. Но она сделала это в ответ на ваши собственные злодеяния. Она стоит перед вами. Как вы с ней поступите?
Попросить прощения за свою жестокость. Ну, наверное, так. Если я изначально был мудаком, и со мной все это сделали из-за того, что я мудак, то стоит это осознать. Простите, да? Такого я не ожидала. Что ж, я утолила свое любопытство и могу вас отпустить, но перед уходом возьмите вот это. Это коробка. Она совсем непростая. Коробки дикарки. Могу я спросить вас за ней присмотреть? Чуть позже я вас ее заберу, а пока что внутрь не заглядывайте. Больше я ничем не прошу. Здесь наши пути расходятся, Джейнбелл. Посмотрите, помните, что коробку открывать нельзя. Ни в коем случае. До свидания. Скоро мы снова увидимся. Она забирает у меня коробку дикарки. Она запретила вам ее открывать. Но я не буду ее открывать, я же не придурок. Кисть и краски. А тут больше ничего нет? Тушеная змея. О! Мясо. Сырое мясо змеи. Я потом смогу его приготовить и сожрать, что тоже хорошо. Ведро с краской? Нет. Ну все, нам пора. Это интересное рандомное событие. Мне оно понравилось. Ты кто такой вообще? Медный слиток? Вот просто так? Фига себе. Сломанная бочка. Погоди. Да блин, сколько у тебя колод карт? Тебя я хорошо осмотрел? Да пофиг, поехали. А, то есть я потом все равно выбираю, куда мне идти. Я не буду открывать коробку. Ферма Буш Крик. Ну, вот такие места рандомные, я потом буду... Этот город опустел после ужасной эпидемии. Че бы не сходить-то, а? Так, автосохранение. Что я хочу? Револьвер? Мне интересно, вот это вот... Ого! Вот это было круто, эта штука обратилась просто и убила меня. Там было самосохранение. Короче, нельзя им давать время на обращение. Фишка в том, что я не ожидал, что в бочку придется стрелять несколько раз. Я то ли забыл такую маленькую деталь. Черт. У меня две обоймы всего лишь на винтовку. Это чертовски мало. Чуваку просто бошку снесло. Двумя патронами я мог его и убить, если что. В меня попал немножко. Но в принципе норм. Если не давать им обращаться. Самогон. Что, извините? Да нет, не то. Кружку не хочу, кружку. Ну так нормально, судя по тому, что это шахта. Так, встаем. Судя по тому, что это шахта, то... В принципе... Человеческий череп. Какая гадость. Так, давайте обыщем по-быренькому.
Чернильное перо? Что? Вилка. Так, потенция перо вот так и вот так. Дробаш. Можно патроны нашему другальку дать какие-нибудь, нет? Тут можно хавчик приготовить, но мне пока что не нужно, наверное. Спускаться в шахту. В шахте точно будет еще какое-то месиво. Так, давай-ка я тебе покажу снаряжение. Что у нас хорошего есть? У нас есть револьвер... Нет, двуствольный Стабс. Двуствольный Стабс. У него такой же. Этот можно разобрать. Угу. Чтобы он мне тут не мешал. Боевое ружье. Я бы ему вот это дал на самом деле. Может, патронов к нему, не уверен еще, не знаю, посмотрим. Ружье не хочу ему давать, потому что у него самого на него патронов мало. Я его разберу. Он еще и извлек из него один патрон, что тоже хорошо. Тут, о, тут можно поспать, восстановиться, если что. А тут тогда, это выход с локации. Вон я кактусом подлечусь. Спикировал. F5. Поехали дальше. Подъемник спуститься. Кстати, вы никогда не замечали этой иронии? Почему на подъемнике можно не только подняться, но и спуститься? О, патрончики. Это я заберу. Красный. Давайте тоже заберу. Все, что оно продается, все к лучшему. Так, а может быть мы рачком-кабачком пойдем? Вот так вот. Что, у меня револьвер? Револьвер, хорошо. Взрывные бочечки. Пистолетный пули, стрелы. Я только что чуть не это. Что за валы? Ёпарас, это... Я лук хотел купить себе, но опять же, бабло меня подвело. Блин, стрёмно. Тут завалена эта часть. Завалена намертво. Давай смотреть, что есть. Да. Было видно, что... Не. Шлак. Шлак вряд ли... Ну, возможно, его потом как мусор... О, оно возвращается. Я не знаю, сюда ли оно пойдет. Просто аннигилировали. Я сейчас не буду... О, это что? А, это змеиный вертель, мне показалось, это лук. Я сейчас не буду... таким образом... Иди сюда. Рисковать не то, что мол, вот я сейчас подойду, вот я его зарежу ножом, пока это я думал, это куча барахла, я думал, это мне стенку взорвет. В общем, пока я не пойму, что нож работает так, как мне надо, или не пойму, как с ним работать, я буду очень сильно аккуратничать. Так, сундук я этот уже обыскивал, вот этот, это я заберу. Пожалуйста, не делай так. Шкафчик, кирка, грязная ткань. Кстати, можно продать... Можно... Не знаю, что может пригодиться тряпочка. Знаешь что, давайте я заберу вот это. Упс, пардон, заберу вот это. Да хватит. Лопата. Лишней не бывает, смеемся после слова лопата. Так, западная газета.
В страхе перед... Ага, это мы читали уже несколько раз, нам это попадалось. Тут что? Вот, журнал для гурманов. Взять. Вина ко всяческим блюдам для искушенных хозяев. Вино говядины должно иметь яркий и резкий вкус, который оттенит и сбалансирует обволакивающую подливку и нежную текстуру мяса. Красное сидерфлетское – прекрасный выбор. С рыбой же рекомендуется подавать пастушью милость. К дарам моря как нельзя лучше подойдет молитва об успокоении вод, а вашим гостям понравятся легкие фруктовые ноты белого вина. Кто только что проголодался вместе со мной, пожалуйста, пишите в комментах, посмотрим, сколько нас. Я покопаю, что. Самородочки поднашли. Поднашли, да, словечко, поднашли. Я горю? О, черт, она меня чем-то взорвала. Потушись, пожалуйста! А как потушиться? О, я потушился. Я дофигища просто бинтов на этом всем спалил. Очень неприятно. Так, это я съем. Так. Ну, с каждого из них можно по 5 хпшек восстановить, но это же вообще ни о чем. А, ну так тоже неплохо. Можно выпить из бочки с водой. Почему нельзя вот это выпить? Ну, ладно, хорошо. Серные банки, шпоры. О, знаете что? Во-первых, F5. Да, я потерял 2 бинта, это отвратительно, но... Бам! Удачно. Там вон еще кто-то ходит. Ну вот, это было нормальное, хорошее использование динамита. Правильное. Подожди, другалек, до тебя тоже дойдем еще. Сейчас я твоих товарочек обыщу. Взять все. О, он продолжает мне рукой махать. Ну, у него даже была палочка динамита. Двустволый Стабс плюс один. Оу-оу-оу, это не... Я подожду, если они вернутся. Они меня не видят. Там, кстати, моя цель. А куда вы все свинтили-то? Вы так удачно стояли, вы чё? F5. Ну, я подожду. Это, наверное, займет какое-то время. Вот тут вот постою. Блин, а это громко, они меня тут услышат. Давайте я немножечко на паузе подержу, пока они вернутся, потом посмотрим. Они не возвращаются. Я не знаю, игра меня троллит или где. Они просто свалили и все. Немножко подлечились. Ну давай в пяточку. О, клей. Ну-ка, ты сюда идешь или нет? Оно даже не сюда идет. Блин, так удачно стояли, и я прошляпил момент, когда можно было и всех троих жахнуть. Вы сюда пойдете или нет? Этот идет сюда. Подожди, ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Ну-ка, ну-ка, валим. F5. Если получится сейчас, что я их всех троих смогу обратно взорвать, это было бы просто круто. Ладно. Меня, в принципе, устраивает и такой... Да, по мне опять попали. Ну ладно, бочонок я обыскал. Где моя цель? Вот она. Так, забираем, забираем. Да хватит, блин, я не знаю, почему я из них эскейпом тоже выхожу. Заберите награду. То есть, да, она убита, все. Я туда сейчас дальше пройду, гляну, что там происходит, потому что мне интересно. Вот, но, по сути, мы справились с тем, что нужно было. Так, долларовая монета. Какая? Когда у меня... Нет! Когда я успел переполнить инвентарь? Разбираем. Главное, что-то свое случайно не разобрать. Мне нужен больше инвентарь. Серьезно. Так, колода карт. Оружейные пули. Вот, хорошо. Каменелая голова. Цена 50 баксов. Гвозди. Виски. Минуточку, а раньше я знал об этом? Я возьму. Не знаю, зачем. Опять же, все попродаем потом. Не знаю, когда потом. Потому что... Так, самородочек есть. Ночной горшок? Серьезно, это туалет? самогон. Да ну его нафиг. Ну они тут реально бутлегерством каким-то занимались. Кстати, еще одна кирка. Давайте. Заберу. Они ломаются, так что почему бы нет. Так. Так, какая банка? Сундук? Во, сундук, хорошо. Ящик. Ящики пусто. Книжка, журнал. Ага, а это уже прочитано. Вот спасибо, что пишут мне об этом. Ящики пусто. Я могу тут нож забрать. Ну, как бы, ну его. Ну, по идее, тогда все. Можно удачно валить отсюда. Заказ мы выполнили. Тут мы все пощупали. Где-то, по-моему, тут еще кусочек рудника был, который я хотел поклевать. Вот тут, да-да-да, точно. Ну что, вот два дня у меня ушло, получается, на то, чтобы с ней разобраться. Надеюсь, сверху не будет подкрепления. И не люблю такие вещи. Блин, жалко шифтовать. Ну, когда нажимаешь shift, это не бег. Я к этому привык. Поехали. Да, подкрепления никакого нету. То есть можно просто потихонечку отсюда выруливать и идти куда нам надо. Пойти все продать мы сейчас не сможем, у нас не хватит времени, потому что мы просто не успеем тогда выполнить все три задания. А я жадный, я хочу выполнить все три задания. Отсюда мы топаем вот сюда напрямую. Так, разыскивается. А сюда мы еще обязательно зайдем. Я так понимаю, что красные локации, они 100% враждебные. То есть вообще безвыходно.
Грабеж большой дороги. Судя по всему, разрешить дело миром не удастся. Право идти дальше придется прорваться с боем. Ну и красотуля. Ну что ж, ребятки, в загоне не посадим или сразу на ужин мистеру Кроссу? Не сегодня. Похоже, тебе повезло. Мы уже выполнили план. Так что гони сюда баксы. Стой, можешь убираться во свояси. У меня их даже нету. Слушай, ребят, пора кое-что положить на тарелку для босса. Не увернулся. Ой, я с вас еще и полутаю. Ой, у них головы вот эти, это прикольно. Это я съем, заберу. Ну не, в принципе ничего, да, нас немножко покоцали, неприятно. Стойте, их же больше было, почему я вижу так мало? Я что-то не понимаю в этой жизни. Погоди, раз, два, три. А, вот тут? Да, вот тут. Четыре. У вас же пять было. Я вон смотрю на крестики на карте и пытаюсь понять. Черные это пустые. Я так понимаю, что с белой окоемкой это еще... Видите, ну хорошо, есть чернильное перо. Давайте... Да, видите, я забрал, крестик почернел. Все. То есть вот 4 обобранных трупа. Их же было 5, или мне кажется. Ладно, черт с вами. 4 до 4. Поехали дальше. Лагерь. Кажется, вы плохо себя чувствуете. Пора отдохнуть. На карте путешествия можете выбрать... Пустое место, С, разбить там лагерь и поохотиться на местную дичь ради мяса и шкуры. Запаситесь сырым мясом, чтобы приготовить и восстановить здоровье. В лагере даже можно переночевать, восстановив ОД и максимум. В сюжетном и обычном режиме стараюсь также восстановиться до максимума. Я трачу время вообще-то для этого. Ну ладно. Добыча пропитания. Вы разбили лагерь. На мини-карте указано, где находятся ближайшие животные и нейтральные звери, меченые та-та-та-та-та, мясо, шкурам, инструменты для выживания. Так. Мне нужно разобрать пушки. G. Я как-то, кстати, не посмотрел. Да, ружье охотника со скользящим затвором. Урон 25. Урон 35... Не, мне нравится то больше. Так, поохотиться, говорите, да? Я бы тогда брал дробаш, потому что... Да брось ты его. Две хпшки. По-моему, все, что я сейчас тут понасобираю, я потрачу просто для того, чтобы восстановить себе здоровье, которое я потерял. Шкуры и кожаные куртки. Да, это я знаю. Ну, просто дробаш самое... подходящее для того, чтобы охотиться на животных и... кучка барахла, спасибо. И разброс небольшой. Так, готовим с...
Ну, я примерно... Нет, ну, я все, по-моему, немножко больше сниму. Но все равно. По-моему, оно того не стоило. Используйте бинты. Ага, спасибо, капитан Очевидность. Куриные крылышки. Бум. О, а там еще на кого-то можно поохотиться. Заберу. Это была агрессивная змея. Ну, в принципе, ладно. А, и вон там еще что-то. А, там тоже змея. Ну, давай, иди, ее тоже застрелим, мне-то разница. Думаешь, я буду драться честно? Нет, не думаю. Так. Ну вот, нормально, в принципе. Сожрали все, что только можно было. Обыскать. Ладно, валим отсюда. Это годится? Нет? Вот то, что сейчас я отдохнул, нормально? Сколько у меня? 3 дня осталось. Хорошо, что вот эти два, они близко друг к другу. Я тут не так... Вот 2 дня. Отлично. Вот мы здесь. А если же взяли заход и обязательно завершите начатое, оставшиеся в живых цели могут начать мстить и прийти, когда меньше всего их ожидаете. Спасибо, я учту это. Как это так, что у меня на винтовке больше патронов, чем... Неплохо у вас тут. Надо посмотреть, как можно забраться со стороны. Бочка. Ой, патрончики еще на винтовочку. Золотой... Просто так берет и валяется золотой туз. Ну, ну как вам такое? А вот это то, что стоит и смотрит, это где? Хорошо, пофиг. У нас есть окна, через которые мы можем... Кто здесь? Покажись! Тут можно было и из дробаша, кстати, стрелять. Так. О, водичка. Вроде неплохо. Иди сюда. Куда ты побежал, дурачок? А, этот же дурачок мне еще и накостылял. Дай сюда грушу. Ну, кстати, мой чел почти жив. Ему в него чуть-чуть совсем попали. Бочка с химикатами. Так, давай сюда, дружище. План был другой, но... Нет, питьевой воды, да. Сработало так, как сработало, и, в принципе, я доволен. Не надо. Так, F5, F5, нифига. Шкафчик. Это не то... А вот и моя цель, кстати.
Ай. Стефан Уорд. Как ты в меня попадаешь, тварь? Инвентарь переполнен. Это я понял, хорошо. Блин, надо избавляться от пушек, от кучи всего. Но опять же, вот смотрите, две лопаты. А где можно посмотреть прочность 8, прочность 10, прочность 10, прочность 6? Угу, я понял, где и как, хорошо. Куча барахла. Минуточку, я их повыбрасывал, а не разобрал, да? Я что-то... Стой, я что-то не понимаю в этой жизни. G. А, G бросить и... Ай. Одна и та же кнопка... А в сохранении, кстати, наверное, я всех зачистил. Ой, отмычка. А, нет, не всех. Стефан, фух, чудом принесло, правда, дружище? А, ну что ж, я пойду во свояси, не забывайте меня. А у меня закончились на нем патроны? Фига себе, пострелял. Ух, так, давайте я, наверное, немножко разгребусь с вещами, и я думаю, тут врагов не осталось, потом вернемся. Ну что ж, я думаю, я их всех тут обыскал уже, вроде как, давайте еще вот эти вещи лутанем, где мы хотели. Ткань, не знаю, с местом прям вот, о, картошка. Картошку можно будет, медный нож, извините. Воу-воу-воу-воу. 26. Урон все равно меньше, чем у мачете. Но ближняя, быстрый. Скорость атаки, да. То есть, наверное, пофиг. Это будет отражаться на том, насколько быстро я убью цель вплотную. Может, в этом дело. Воду я выпью. А, вода лечит, кстати, общее и меня, и моего напарника. Что круто. Так, это получается... Надо посмотреть еду. Еда тоже оказывает такой же эффект. А, тут нет. Потому что, оказывается, моего чела тоже потрепали. Я только сейчас это заметил. Я смотрел на свои жизни, что, в принципе, логично. Мне моя шкура дорога. Так, ну я думаю, тут все. Сейчас на второй этаж схожу. А, мне нужно бы... Во, сейчас перезарядим револьвер. Вот так вот случайно в попыхах у меня закончились пули на револьвер. Вот это вот новости, конечно. Ящик пусто. 8 часов поспать. Блин, я не могу себе такую роскошь позволить. Надо будет разобраться еще с этими... Да, я же его только что смотрел. С зельками, что они делают... Просто комната с гвоздями. А, такое себе. Я, пожалуй, не могу себе сейчас позволить спать 8 часов. Может быть, я смогу где-то сейчас хавчик приготовить. Так, ты у нас пустой. А кто? А, вот ты, дружище. Иди сюда.
Инвентарь переполнен, я не могу даже куртку с него забрать, чтоб тебя. А, я картошки набрался. Да, ну и этот нож тогда можно... А, его можно просто бросить, потому что, ну, зачем он место занимает? Куртку. Куртку можно вот будет дать нашему дружище. Па-па-па-пам. Используя револьвер, используя дробовик, используя, наверное... Мстительный... Погоди! Мстительный дух... А почему? Ну ладно. Использую вот это, как скажешь. И... покажи снаряжение. На тебе куртку, чтобы тебе меньше прилетало. Хорошо, с этим мы разобрались. Задуть свечи. Стрелы. Ой, отлично. А там больше ничего нет? Фига себе, тут можно было бомбануть. Ох ты ж, ты ж. Костяной идол, цена. Ну, давай. Я возьму, не знаю, что это. Графин. Графы и графья. И графины. Вот просто так. Доллары, колода карт. Колоду карт не хочу. Нужно лутать абсолютно все. Тут вот, ну, все что угодно может лежать где угодно, вот так вот скажем. Ну вот бах, патроны. Так что, да. Это снаружи, а внутри? Внутри я никак не пройду, ладно. Получается, тут один этаж, мы его залутали. Теперь можно сходить наверх. То есть, да, наше задание тут выполнено. Но тут еще дофига есть, что делать. Минуточку, это надо F. Блин, я думал, она взорвется. Ай. Насмотрелся Майкл Бэйвщины, знаете, такой. О, еще патрончики. Как мы поняли, патронов много не бывает. Так мы тут еще и отхилимся сейчас. Что, к зерном? Нет, 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 погоди, мне вот это нужно. Одна отмычка? Да, без проблем. Если я тут еще и ключ потом найду. Так, серебряный самородок, доллары, рук бизона. Заберу, без понятия, что это такое. Когда ты без понятия, лучше взять, потом выяснить. Самородок. Ну, шлак, конечно, но все же. Так, молоток. Ну, я так скажу, эта отмычка того стоила. Так, почти на фулочку уже. Шлак забираем. Повернись. Не надо, не надо. Можно посидеть. Пустые бутылки. Взломать. Три отмычки. А зачем? Это если я вот жестко стелсить собрался? Так уже поздно. Я уже тут всех перебил. Причем можно было и здесь зайти. Может, мне предлагают таким... В смысле, тут еще кто-то есть? Наверху. Книжные полки. Ну-ка. Уже так. Это у нас, значит, было. Страшные истории для детишек. И вот он появился из темных теней болота. Кабанья голова, из которой сочилась зловонная грязь. Рыло, испещренное швами, словно лоскутное одеяло. Свинолюд! Он медленно поднял мачете, готовый схватить детишек и утащить их обратно к болотной ведьме. И Мэри закричала! Витрина. Мне нужно что-то выкинуть. Так, ну это точно будет колода карт. Это точно будет... кто? Кружка? Я не знаю, как ты сюда попала. Клей. Посмотрим, может быть, его еще наемся. И вот это выкинем. Фуф. Просто стик динамита лежит. Там тоже еще клей был, молоток. Ломовой инструмент. Это был он, свинолюд.
Надо пойти утихомирить чувака сверху, че он тут один остался. Жестоко же оставлять одного. А то скажут, что побрезговал. Так, прочитано. Ой, большое спасибо вам за то, что вы показываете, что уже прочитано. Секретные рецепты дедушки Гилла. Теперь самое сложное. Пельмешки нужно отправить в кастрюлю вовремя, иначе они получатся рыхлыми, как земля у гаванских болот. Или наоборот, жесткими, как ботинок. Понять, пришло ли время, помогут морковки. Морковь никогда не обманет. Дедушка Гилл знает толк. В поросятах? Блин, тут лутать, просто не перелутать, бесконечно можно, как же круто. Не знаю, мне нравится. Просто симулятор лута. У, тут что-то интересное. Грабли, это ограбление. Пора закругляться с этой шуткой. Про ограбление. А, я понял, я переполнен, открыть, закрыть. Слушай, ты тут неплохо устроился, чувак. Долларовая монета, задуть свечи. Вон же еще долларовая монета, да. Карты, казино. Твои свечи задуты. Сейчас я разберу лишнее. Ну, тут, блин, один слот всего лишь освободится, но все же. А что у нас по времени? У меня осталось 2 дня. Я пока сейчас доберусь до 3-й локации, у меня останется меньше. Но я думаю, что я укладываюсь. Надеюсь, что я тут ничего не забыл. Карту я взял. Корешок я взял. Мне бы тут хавчик еще как-нибудь приготовить. Но это же другое дело. Главное, что мы, в принципе, подлечились. Можно потихонечку отсюда и валить. Весело, весело, не знаю. Вот такие вот задания, они прям прикольные. Я понимаю, что они, ну, грубо говоря, левые. Вот, но все же. Так, отправиться. Отправиться можно вот сюда, нам тут недалеко, но я все-таки отправлюсь. Заберите наград, заберите наград. Надеюсь, награда-то это... Осталось 2 дня. Поехали. Караван странников. До вас доносится запах необычных трав. Видимо, где-то рядом странники. Окей. Может, я поторгую с ними? Было бы неплохо. Было бы совсем неплохо. Я для тебя приберегла все самое лучшее. Посмотреть товары. Да, продать весь мусор. 78 баксов, но все же. Можно купить реликвию, короче. Так, дружище, а что у тебя нечего? Оберег танцующего пламени. Кстати, да, меня подожгли, мне это не понравилось в прошлый раз. Покупать, естественно, я ничего не буду. Главное, что я продал, немножко места себе освободил. У меня все равно еще дофигелярд всего. А почему я не могу... Цена в наличии... Почему я не могу голову продать? Самородки, допустим, да, я понимаю, почему, все дела, но... Блин, это же все тянет инвентарь. Да, но у меня... А, нет, есть, вот. Но это не мусор. В наличии. Продать за 50. То есть, да, я могу продать. А что я могу еще тогда с ними делать? Это же не оберег, нет. Я продам пока что, потому что, во-первых, это деньги, во-вторых, я не знаю, что с ними делать. Потом я буду еще находить, продать 3. 150 бабла, вот просто так, хопа, с неба. У меня 323, да, я мог бы сейчас купить реликвию, но нет, у меня, в принципе, тогда опять по нулям будет, я задолбался бегать по нулям. Поехали. Лошадь говорит хрррр, интересно. Отправиться. Отправляемся дальше. Я хочу прибыть на место.
Остался, по-моему, последний день. Мы еще и ночью туда прибываем. Черт, это будет у нас ночное задание. От сохранения приехало. Keep out. Да понятен пень, блин, что keep out. Давайте не keep out, давайте F5. Вот, и поймайте или убейте цель, Брюс Хилл. Кстати, когда я приехал сюда, у меня таймер отключился. То есть, видимо, нужно просто добраться до локации, а потом тебе уже говорят. Все, серии немножко подзатягиваются, я это понимаю, но будем на этом заканчивать в следующий раз. Я думал, что мы успеем за одну серию все три эти квестика маленьких сделать, но нет, мы сделали два, чем я, в принципе, более чем доволен. В следующий раз мы тогда закончим вот это, и по карте у нас как раз недалеко наше задание. Да, по карте недалеко и сокровище тайник, может быть, и к тайнику сходим, посмотрим, попутешествуем немножко. А потом пойдем забирать. Награды не такие уж и большие, они в основном денежные, но почему бы нет. И возможно, в общем, нам нужно будет зачистить вот это, возможно, сходить сюда, точно сходить по заданию и вернуться в город, сдать все эти посторонние квесты. Возможно, купим себе лошадку. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем малышек. Всем покеда.